Всем привет! Меня зовут Виталий, компания Boston Technic. И вашему вниманию хочу предоставить опрыскиватель OP3000. Он полностью в рабочем состоянии. Мало того, что он в рабочем состоянии, так он еще и доработан собственниками. В чем доработки? Да, ну вот как видите, что трубки поменялись, потому что все это со временем выходило из строя, поставили пластиковые. Прежде всего, были наварены сами крылья. То есть размах данного опрыскивателя теперь составляет 24 метра. Здесь есть, соответственно, насос центробежный. Он сейчас снят, он находится в складе. Насос абсолютно новый. Это еще один плюсик. По состоянию бочки, ты ее так пролез, все посмотрел со всех сторон. Фактически трещин, лопин я не увидел. То есть она держит. Ну и сам хозяин сказал, что да, говорит, ну бочка старенькая, но, говорит, фактически все с ней четко. Нигде не текла, нигде никогда не подводила. Рама целая, рама не введенная, не вареная. Вот, ну, снимаю в таких вот боевых полевых условиях. Значит, не пользуется им уже. А что получается, второй год не пользуется, второй год стоит. Вот они как купили на нее 2 года назад новый насос. Один раз прыснули, ну и все, на этом все, стоит она так вот, ожидает себя, ожидает свою очередь. Кому необходимо, обращайтесь. Обратите внимание, что цена очень вкусная.